Катание на велосипеде – это не только приятное развлечение, но и очень полезное занятие, особенно для детей. Оно способствует развитию ловкости, чувства равновесия и реакции. Но чтобы катание доставляло вашему чаду удовольствие и не приводило к разбитым коленкам, подойти к выбору велосипеда нужно тщательно и со всей ответственностью. На рынке Алматы в магазинах представлены велосипеды для детей разного возраста. Начинаются от 2-3 лет. Велосипеды можно подбирать, и нужно будет правильно подбирать. То есть по весу велосипеда, по возрасту, по росту ребенка. Алматинский рынок предлагает широкий ассортимент велосипедов как немецкого и китайского производства, так и отечественного. Кстати, велосипеды, сделанные в Казахстане, по качеству ничем не уступают зарубежным аналогам, а иногда и вовсе их превосходят. Цена велосипеда закладывается из комплектующих, из которых он изготовлен, соответственно, рамы, стальные, алюминиевые, лавы рам. Отсюда и исходит цена. Чем качественнее комплектующие, чем легче велосипед, соответственно, тем выше и цена идет. Детские велосипеды начинаются в ценовой политике от 13 тысяч и выше. Перед покупкой велосипеда не забудьте спросить у продавца сертификат. Обязательно уточните и срок гарантии. У известных брендов он составляет 1 год на раму и 3 месяца на навесное оборудование. Экстремал от 18 900 тенге. Йети от 21 900 тенге. Пилотон от 13 900 тенге.